перинатальном центре Щелково события. В семье Лобановых родились 4 девочки. На выписку пришли друзья и родственники, все те, кто словом и делом поддержали новость о большом пополнении. Шок был, конечно. Вообще, ну страшно, в первую очередь страшно. Нас родственники поддержали, поэтому вот, люди успокоились. Дети – это счастье. После первого УЗИ счастье будущих родителей помножилось на 4. Валерия, Ксения, Мирослава и Полина – так назвали девочек, родившихся на 29-й неделе беременности. Четверняшек размером с ладошку щелковские врачи отделения реанимации и интенсивной терапии выхаживали 2 месяца. Глава семейства Антон признается, что заждался. Жду долго, на самом деле. 2 месяца они здесь уже, как в печке допекаются. Поэтому соскучился и по ним первое время, приходилось мне и в реанимацию к ним приходить. И вот долгожданный день настал. Пожелали крепкого здоровья малышкам и их родителям представители местной власти. Уважаемые родители, уважаемые родственники, мы поздравляем вас с таким знаковым событием. Рождение детей – это всегда радость, а когда 4 девочки – это огромная радость. Мы радуемся вместе с вами, что у нас теперь тоже 4 гражданки Российской Федерации. Подарки от главы администрации городского округа Андрея Булгакова передал его заместитель по социальной политике Дмитрий Толмачев. Виктория Мельник, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.